Эй, чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и сегодня мы делаем одно прикольное видео. Потерянный эпизод Барбоскины, слепую. Я ничего не буду видеть, у меня есть мой ассистент, который не хочет появляться в кадре. Я надену какую-то шапку, натяну себя на глаза, я не буду ничего видеть. Я думаю, это будет интересно, и вам будет интересно посмотреть. Тем более, в конце будет потерянный эпизод. Конечно, пока что не знаю, какой он будет. Надеюсь, что он будет нормальный, но все же давайте попробуем. Всем привет! Вот эту шапку я буду натягивать себе на глаза. И я, в принципе, ничего не вижу. Здесь тупо темно. И сейчас мы найдем какую-то серию Барбоскины, чтобы с нее потом сделать потерянный эпизод. В принципе, серию мы уже нашли. Теперь я закрываю свои глаза, и я буду смотреть эту серию закрытыми глазами. А потом также закрытыми глазами и записывать звук. Он одержимый, правда? Но у меня будет одержимым. Окей, все, мы посмотрели серию. Теперь нам осталось ее смонтировать. Ну, то есть записать текст. В принципе, я что-то допомню. Поэтому сейчас буду вслепую чисто записывать текст. Так, с микрофон. Че творим, бро? Меня зовут Сергионис. И это потерянный эпизод Барбоскиных. Эту серию я нашел в своем инстаграме. Так, нужно пропиарить свой инстаграм. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Сергионис. Также ты можешь подписаться на мой инстаграм. После чего дружок достал какой-то нож. Все. Так, текст мы записали. Теперь мне нужно как-то его срендерить. А как я это сделаю? Тут уже с открытыми глазами? Да, в принципе, рендерить звук мне придется с открытыми глазами. То, что я записал. Все. Звук срендерен. Теперь нам остается смонтировать видео. Это самое сложное, потому что там надо много фотошопить. И тут мой ассистент мне будет помогать. Окей, говори, что мне делать. Поднять мышку выше. Еще ниже. Еще ниже? Да ты идиот. Все сделал. Так, теперь где глаза? Приблизил. Отблизил. Что? Сам ты дурак. Так, окей, мне нужно еще приблизить, да? Ну я приблизил, может ты заткнешься? То есть да, помоги мне, почему ты заткнулся? Давай, помоги мне, видишь у меня крутая шапка, помоги мне. Ты понимаешь, я не понимаю, что я сейчас делаю? Я все правильно делаю? Сделать больше кисть? Да ты задолбался своей больше кистью. Говори, что тебе рисовать, куда, правее? Окей, все, я это сделал. Он зарисованный, точно? Хорошо, так, сохранить. Где здесь сохранить? Так, выше. Я точно попал туда? Окей, значит, сюда, да, сохранить? Где кнопка сохранить? Вот. Все, я сохранил, да? Так, теперь нужно открыть монтаж. Такс! Фух, мы монтировали это где-то часа три. Теперь можем посмотреть готовую версию потерянного эпизода. Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и это потерянный эпизод Барбоскиных. Эта серия была очень ужасной. Я нашел ее на странной странице в инстаграме. Кстати, можешь подписаться на мой инстаграм. Там есть интересные фотографии. Когда я увидел эту серию, я очень сильно испугался. Я не знал, что мне делать. Именно поэтому я записываю это видео. Серия началась с того, что Гена сидит и слушает радио. Там рассказывают о серийном убийстве одного собачкина. Он испугался и одновременно злился. И очень сильно бил радио. К нему подошел дружок. Его глаза были белые. Они аж светились. Дружок был бледный, не такой, как всегда. Он был одержимый. Какая-то сущность им управляла. Гена сказал, что дружок себе набивает мяч. И ему больше ничего не надо. Дружок стоял с каменным лицом, как будто он ничего не понимал. Но вдруг вспыхнул. Помехи. И показано, как дружок играет с Геной. Он не просто играл с Геной, он с него издевался. То он заставляет его прыгать на батуте очень высоко, то сильно раскачал качели, что Гена блевал после этого. Гена уже умолял дружка с ним не играть, но дружок предложил другую игру. Гена сначала испугался, но потом согласился. Дружок достал нож и предложил сказать считалку Гене. Тот, на ком она остановится, тот и должен себя раз проткнуть ножом. Гена начал считать. Считалка остановилась на дружке, и он проткнул себя ножом. Но он не умер. С него даже не пошла кровь. Он сказал Гене считать еще раз. Гена считал, но на этот раз считалка остановилась на Гене. И Гена взял и проткнул себя ножом. Он упал моментально и умер. Картинка медленно отходила назад. На этом все. С тобой был Сергионис. Поставь лайк и подпишись на мой канал. Ну поставьте. Тебе
смотришь это всего-то 2 секунды, а подписка еще 1 секунду. Давай, мне приятно, тебе не сложно. А также, переходи на мой второй канал и подписывайся. Там видео выходят каждый день, и они веселые. На это все. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока. Что ж, бро, вот такой вот потерянный эпизод у меня получился вслепую. И кажется, он получился еще лучше, чем в открытую. Но мне реально так кажется, что он лучше, чем простой. Я уверен, что это видео посмотрят много человек. Ну где-то 1000-3 точно. Если это видео наберет 800 лайков, это реально для 3000. Если это видео наберет 800 лайков, то я сделаю еще один потерянный эпизод. Как-то так или по-другому. Я думаю, вам это понравится. Так что 800 лайков, и я делаю новую часть. И там будет новый потерянный эпизод.